Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя и выругался в эфире одного из телеканалов Швеции. Как отмечается, певец рассказывал о своей любви к Евровидению, но в один из моментов за кадром раздался шум, который вывел певца из себя. Извинившись перед журналистом, он на несколько секунд покинул студию. «А нельзя не шуршать и пойти отсюда. Спасибо», – сказал Киркоров. Высказывания певца на шведском телевидении перевели как «далее следует непереводимая игра слов» с использованием местных идиоматических выражений. What is it about Eurovision that you love so much? Why? Yeah. One second, okay? Because I want to give something notes for. Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь, а? Уйти и не делать этого. Вы не понимаете, что это все слышно? Можно? Можно? Да. Спасибо.